Больницы Одесской области получили еще 85 автомобилей скорой помощи. Их закупили за средства как областного, так и государственного бюджета. Это новые «Форды», кареты класса «Б», оснащенные всем необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких. Напомню, месяц назад медучреждения региона получили 45 реанимобилей класса «С». По информации руководства области, на данном этапе проблема с комплектацией больниц скорыми решена. Мы завершаем второй этап поставки автомобилей скорой помощи в количестве 85 единиц. Как вы знаете, это автомобили класса «Б», они оснащены всем необходимым оборудованием для проведения первоочередных реанимационных операций для спасения жизни. Очень приятно, что эти автомобили сегодня есть. Мы их будем линейно использовать однозначно, как по нашим районным центрам. Это город Подольск. Конкретно в нашем случае это город Окна, Кодыма и Балта. И по возможности, конечно же, мы будем выезжать в все населенные пункты выше мной перечисленных районов.